Наконец-то я могу нормально... СРАЧЬ! Я могу легко записывать летсплей по ФНАФ, не используя другой летсплей по ФНАФ. Твоему скримак. Сам себя напугал! Я-то за что, Спринтрап? Ты зачем пугаешь Спринтрапа? Мы же с тобой братья. Дракастом Найт решил сегодня отдохнуть. Да? А что ты хотел? Я хочу пиццы. Ладно, запишу. Блять! Я бред, блять! Сегодня тебя ждет целых пиц... 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. 10-5 утра. Аниматроников, я спину в плей. Значит, в этой игре целых 520... Отборных солдат и раков! Как я вообще в это буду играть? Не так, не... Как FNAF Play в это играл? Так... Я не думаю, что это будет так сложно. Заявить, что эту игру пройти, ну просто невозможно. Чего? Венерины, снеговик, какого хрена? Куча аниматроников на заднем фоне. Миллион Фредди бежит, у меня курсор не двигается, я не знаю, что делать. Фредди ржет, Ренет корет. Что происходит, блин? Венерины, драконы, бедибады. Марионетка, уйди нахрен. Нет, Фокси, что за говно? Ну вот уже хотя бы жить можно, да посмотри. О, привет! О, май. Ты Чика прется, что? Шариков, ты кто такой? О, привет, зайчатина. Привет! Какого ж хрена? Я медвежонок Фредди. И назвал FNAF Play. Я нихуя не начинаю, я от тебя вообще ничего не хочу, блядь. Хочу, чтобы ты заткнулся, вот и все. Ты говно. Их. Че, у меня тут праздник на столе, у меня чуть нюха. Не, нихуя. Тихо, ну в смысле я сам себя напугал? За что, Спринтрап, ты зачем пугаешь Спринтрапа, мы же с тобой братья. А, хоп, хей, ла-ла-лей, так спокойно, ну-ка. Ох, ты ж нифига тут не скач. Вселенная расщепится на атомы. Давайте узнаем, что будет, когда я нажму на эту кнопку. Лучше бы я на нее не нажимал, но придется. Потому что FNAF Play сам виноват. Я в это играть не хотел. Погнали! Ха-ха-ха!